традиции первого слова представляем главному тренеру гостей, пожалуйста, Вячеслав Аркадьевич. Спасибо. Ну, хочу поздравить команду «Атлант» и моего коллегу Алексея с победой. Что касается игры, то матч получился напряженным. И, конечно, любая ошибка стоила очков. Ну, вот мы где-то ее и совершили. К сожалению, не смогли догнать. Ну, что-то такого негативного было свою команду я не собираюсь ничего говорить. Нас ждет еще один матч, а потом уже подготовка к последствиям. Спасибо. Слово Алексею Николаевичу Кудашову. Я полностью согласен, что матч был напряженный. Перед третьим периодом мы наоборот сказали, что да, любая ошибка может стоить голов и, естественно, игры. Поэтому игроки с серьезностью к этому отнеслись, и наконец-то вот такую тяжелую игру мы выиграли сегодня. Вообще, хочу сказать, мы очень довольны, конечно, результатом. Была сегодня команда, на самом деле, которая хотела выиграть, и мужики, на самом деле, были, которые под шайбу остались и полностью себя отдали. Спасибо им за это. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Павел. Да, что происходит, Вячеслав Аркадьевич, со СКА в матче против «Атланты» в этом сезоне? 3 поражения из 4. Я думаю, что команда соперника более заряжена. Каждый раз, да. Еще вопросы? Да, еще вопрос по поводу, много пишут в газетах «Серебро», «Серебро». Для вас есть какая-то мотивация в этой медали? Потому что сейчас заочно идет борьба с «Динамо», болельщики за этим следят, а для игроков и для тренеров, потому что у СКА никогда в истории этой медали не было. Ну, я не буду оригинальным, я скажу, что для нас принципиально это борьба за кубок КПРФ. И еще позвольте пару вопросов. Это вы разговаривали с судьей после того, как был забит гол. Наверное, атака игрока не владеющего шайбой. Может, вы это хотели сказать? То есть в чем были вопросы к судье у вас? Ну, если вы это заметили, то то же самое предъявил арбитр. Он сказал, что это не было чего. И вопрос к Алексею Кудашову по поводу шансов на плей-офф. «Северсталь» выиграла 2 по булитам, 2 очка взяла. У вас есть еще шанс? Как вы сами ответите на свой вопрос. Да, как вы оцените эту борьбу? Ну, мы стараемся сделать все от нас зависящее, а там не все от нас зависит, поэтому мы стараемся сделать свою часть.